Здравствуйте и добро пожаловать в очередной эпизод прохождения игры Neverwinter Nights. И мы забрались на более глубокий уровень, где нас встретил один из немногих, возможно даже единственный выживший бывший стражник, по крайней мере на этом уровне. Посмотрим, что он может сказать. Ах, он хочет, чтобы мы не только дверь закрыли вот таким образом, но и на рычаг, видимо. Ага, теперь она заблокирована. Приветствую вас! Нет, я не с заключенными. Это стражник по имени Эмерник. И, собственно, что затевает главный надзиратель, который здесь, как мы видим, занимается пытками. И он один из немногих, кому удалось сбежать. Это уровень охраны, промежуточная зона между обычными заключенными и злостными нарушителями. То есть будет минимум еще уровень, а может и еще два. Казематы. Это то, куда мы направляемся. И кладовые, да, кладовые — это хорошо. На севере и юге. Двери заперты. Ну что же. Да, это все, что ему остается. Хотя он мог бы рискнуть и, собственно, убраться отсюда, поскольку этаж предыдущий более-менее расчищен, но авторы наши дорогие игры предпочли сделать именно так. Давайте мы вооружимся звездочками и посмотрим. Ага. Все, теперь убираем звезды. И вперед. Большая драка, но в центре у нас будет комната, и там, скорее всего, проблем у нас будет побольше, поскольку игра не современного RPG-шного типа, когда играть, в принципе, довольно-таки просто. И здесь особой простоты не будет. Давайте карту включим. Посмотрим, что здесь у нас есть. Здрасте, ребята. Я буду биться, пока один из нас не падет. Раскрою тебе череп! Я тебе кишки выпал! Да, кишки вряд ли. Вот, собственно, и все. А Стелл сюда визит неизвестно, но может быть что-нибудь из них выпало. Нет, не похоже. Значит, идем дальше. Даже, наверное, не так, а пробуем. Не, не сработало. Зато вот это сработало. Подождем, пока они развалятся, и я бы предпочел зелье. Одну стрелу, да еще и для лука, которым я все равно не умею пользоваться. Мне, конечно, это никак не поможет. Ловушка, ну, ловушка тут несущественная. Пробуем справиться с вот этими ребятками. Твоя смерть. Минус два, еще минус один и последний.
Вдвоем мы с ним как-нибудь справимся. Видимо, одна из тех самых складов. Комнатка такая. Это у нас заперто, и не думаю, что мне удастся сейчас его открыть. Хотя, конечно, можно попробовать. Хорошо, солнце. Я все сделаю. Да, нет, неплохо. 8 хитов удара. Для такого толстого сундука это неплохой вариант. А я пока посмотрю сюда. И сюда, кажется, я уже смотрел. Ну, зелья, как минимум, мы нашли. Мне тут особо помогать нечем. Разве что с арбалета можно попробовать залупить, хотя не уверен, что этого будет достаточно. А, так, и так. Я все выполнила. Ну, наконец-то. Я думаю, я этот фрагмент существенно укорочу, чтобы нам не смотреть все это муторное дело. Целых 5 монеток. И идем дальше, прежде чем зайти внутрь центра вот этой вот комнаты. Я хочу посмотреть, что у нас вокруг происходит. Привет, ребята. И отменяем. Целая толпа народа. Победа за нами! Я перед... На! На! Богиня покарает тебя! Я раскрою тебя, череп! Ну и, собственно, почти все. Только к нам подбегает еще один товарищ издали. Так, посмотрим, что у нас с лутом. Заклинание. Еще один товарищ. К этим ребятам я пока не стану стоять. Ну, в общем, уже поздно стоять. Сваливаем. Я все сделаю. Я совершенно не собирался сюда нарваться в центр, но за меня нарвались самостоятельно. Со своей идиотской эльфийской натурой, NPC-шной. Давай-ка я лучше вот так вот пройдусь и отдохну. Вдали от тех ребят, чтобы не восстановить здоровье, а ей восстановить заклинания. Вспомогательные. Теперь пробуем пробежаться в противоположную сторону и пооткрывать остальные дверцы, ну, не камеры, но, по крайней мере, что-то. Ловушка. Победа за нами! Я перережу тебе глотку! Победа за нами! Одного убили. Теперь мы его докончим. И что у нас здесь? Ты краси! Здесь у нас запертый сундук. Прошу этот... прощения за свой эльфийский. Этот тоже запертый. Звездочки с магией. Они должны неплохо действовать, правда здесь такое расстояние гнусное. Дальше особо не отойдешь.
Ну. И следующий сундук. Ты Касси! Ой, прошу прощения за свой эльфийский. И критический удар. Посмотрим, стоил ли такой расход легких ран. Ну, не то чтобы это совсем идеально, но, по крайней мере, что-то. Ага, не в ту сторону. И еще одна куча заключенных. Нет, останавливаться мы не будем. Выманим их сюда, чтобы не углубляться внутрь. Снимаем звезды. И попробуем выманить остальных теперь. Аккуратненько. До свидания, ребята. Хотя бы немножко за углом, чтобы их долбить потихоньку. И следующий придурок. Даже двое. Вот так мне эти разборки нравятся гораздо больше. Угу. Враги, но я не настолько ранен, поэтому могу попробовать, я думаю. Я тебе кишки выпущу. Отступаем. Я тебе кишки выпущу. Да, напарник с боевой специализацией очень хорошо помогает, особенно в такой ситуации, когда у меня всего несколько хитов осталось. Сколько? 4. Это буквально один удар и все. Так, а теперь дальше. У нас осталось сколько? Одна комнатка. Заглянем за угол. Здесь никого, и можно проверить, что здесь находится. Вряд ли это возможно. Мне очень жаль. Да, эта дверца непростая. Ну что же... Теперь у нас главный бой в программе, но перед ним имеет смысл сохраниться. Так, Рус, F05. Мид. То есть мы еще не закончили. Переключимся сюда, посмотрим, нет ли у меня каких-нибудь благословений. Нету, к сожалению. Сделаем, наверное, или наоборот. Да, лучше наоборот. Ну и, собственно, пробуем их немножко повалить. Понятно. Заставим потратить его за клинушку. И вот такими делами.
почти читерскими. Ну а фиг ли делать, он же все-таки чародей. К счастью, наша дама не лезет вперед, что это не... Так, у меня осталось 4 звездочки. Такими темпами их не особо хватит, но по крайней мере я его запасы заклинушек исчерпаю. И повторить до истечения звездочек. О, нехило так. Она себя исцелит? Да, хорошо, значит не нужно тратить наш запас. Твоя смерть ради высшего блага. И судя по тому, что он к нам приближается, его барахлишко начинает заканчиваться. Нет, не дверь, а этого засранца. Так, так, так. Твоя смерть ради высшего блага. К счастью, часть его заклинушек нам удается сбить. Сейчас мы с ним поговорим, когда она выйдет из боевого режима. И, к счастью, нам помогает не только все наши атаки, но и сама игра, поскольку, по идее, когда твой соратник дохнет, он должен переноситься к храму в центре города, и там мы его забираем и ведем с собой снова. Но здесь по какой-то причине, я уж не знаю по какой именно, может потому что нескорректная русская локализация, хотя она официальная. Смерть, нависшую надо мной. Но... холодную и мрачную. Ага, ага. Но здесь эта менюшка появляется прямо здесь, и наш соратник мертвый никуда не переносится. Так что не нужно никуда таскаться, что большой плюс. Хотя так оно, насколько я понимаю, не должно работать. По крайней мере, тогда, когда я играл лет 10 назад, так оно не работало. И у нас есть некоторое количество барахла. Это у нас не запертое, но ловушечное. Это мы возьмем. Это у нас... У меня терпения не хватит. Хорошо, солнце. Я все сделаю. Поэтому мы взломаем только этот сундук. Потом проверим звездочки. Так, и вот эту штуку. Да, неплохо так. Это я думаю себе оставлю. А тот арбалет продам, любенький. Который, во-первых, базовый, а во-вторых, лишний вес только. А вес у нас не безграничный. Смотрим, что у нас здесь. Это камеры, которые можно будет полутать. И здесь я вижу еще один сундук. Неизвестно, только он... Да, запертый. Пусть она его продалбывает. Потихоньку. И я проверю вот это пока что. А потом мы портанемся с помощью этого камешка возврата. И продадим всякое остальное барахло. Так. Возвращаемся. И идем к нашей старине, ребят. Добро пожаловать. И продаем всякую фигню. Это... Некоторые заклинания, очевидно, я все-таки могу читать. Это хорошо. Изучить и опознать. Эти звездочки мне тоже нужны. Посмотрим, что у нас здесь. Фехтование, парирование плюс 3. А у меня... У меня вообще ничего нет. Поэтому это я экипирую. Это я не могу использовать, это просто барахло.
это доэкипируем сюда. Сюрикены простые мне нафиг не сдались. Это я пока что оставлю в квестовых целях. Кольчугово и бухло нам не нужны. Они никаких положительных эффектов не дают. Это я, наверное, перетащу на основную вкладку. И мне нужно нафиг продать эти зелья. Они только в интродукции хороши, а здесь они абсолютно бесполезны. И мы купим еще один, я думаю, набор. Да, легких ран нам не надо. Это нам... По-моему, я все равно не смогу вряд ли его использовать. У меня ведь навыков, собственно, взлома нет, поэтому увеличивать тут особо нечего. И смотрим, что у нас. Да, вот сюда. И несколько вот таких вот штук тоже. Ну, в принципе, хватит. А вот в чем дело. У меня уже золото кончилось, но у меня есть довольно неплохой набор вещей, только мне нужно закинуть сюда вот эти вот штучки. И, возможно, немножко пересортировать это счастье. Но пока что сойдет. И возвращаемся, посмотрим, чего тут можно сделать. Портал возврата, сколько он подпросит? 50? 50 у меня найдется. Так, лестница вниз, как раз она-то мне и нужна. Можно было бы теперь, конечно, походить, собрать барахло. Давайте мы пару камер проверим. Если там будут какие-нибудь зелья, то можно будет потратить время. А если нет, то смысла особого тоже нет. Вот по 4 монеты за раз подбирать это время только зря тратить. Да, не похоже на то, что это было бы сколь-либо эффективно. Поэтому мы продвинемся вниз, где, как говорил тот стражник, по-настоящему веселые ребята нас ждут. Если я правильно помню, то никакого значения нет, какую дверь убирать. Поскольку казематы, дневник дополнен, поскольку они вот так вот идут симметрично. Полуостров будет в тюрьме. Под третьим этажом тюрьмы. Ага. И открываем все хозяйства. Смотрим. Атака. И может быть еще одна. Не, вряд ли. Потому что с такого расстояния будет штраф за дистанционную атаку. Я лучше так как-нибудь обойдусь. Эти эффекты мне тоже помогут. Спасибо, Лино. И паралич мне тоже поможет, еще бы. Когда трое на себя наваливаются, особенно на низких уровнях, это не так-то просто. Так, и здесь у нас такая цепочка, значит, будет. Еще компания разгильдяев, ожидающих своей заслуженной твоя смерти. Твоя смерть ради высшего блага. Даже выкинули хорошее количество. Или вернее число. Посмотрим, на что разложатся их трупики. На несколько золотых монет. Дальше мы можем пройти по очереди. Такое занимательное место на третьем этаже, да, или какого там по счету. И всегда есть возможность, наверное... Ах, ловушка. Попробуем сделать так, чтобы она за мной прокрылась, и NPC, моя дорогая, не обдолбалась об ловушку.
Кровавая схватка! Ага, совершенно верно. Я раскрою тебя череп, умрёшь! Богиня покарает тебя! Нет, сегодня ты умрёшь. К счастью, места не хватает, чтобы они нас все атаковали. Так что... Я тебе кишки выпущу! Кишки выпускаем по кому, а не нам. И как раз новый. Ага, конечно. У нас ведь дверь на пути. Давайте-ка я перемещусь. Сейчас. Нет, я умру не здесь, а не сейчас. Возьмем наше барахлишко и под конец эпизода переключимся вперед. Да, как раз у нас очередная, разумеется, ловушка и повышение уровня, конечно же, монах. Что у нас тут? Мудрость. Ну, мудрость так мудрость. Знание — хорошая штука, если честно. Но у нас ведь много другого есть хорошего. Например, тихая походка. Убеждение. Убеждение мне нравится, хотя харизмы у меня не очень много. Но, тем не менее, что-то есть. И получаем плюс 8 хитов, которые мне, конечно же, пригодятся. Но на этом, я думаю, можно эпизод более или менее закончить. Мы, может быть, зачистим еще одну локацию. Если вам понравился этот эпизод, вы можете нажать кнопку «Нравится». Если вам есть что сказать, вы можете это сделать в секции комментариев. И, как обычно, я благодарен непосредственно ссылкам в соцсетях и на прочих таких ресурсах. И давайте поможем нашей даме. А то как-то это несправедливо. Столько богов на одну девушку наваривается. Кровавая схватка! Ну, крови здесь не очень много. У вас членки так вообще нет. Эти красные пятнышки за кровь, я думаю, даже считать нельзя. Так что... Современные понятия о насилии в играх этой игры уж точно не касаются. Ну, в любом случае, увидимся мы с вами в следующем видео на канале Last of War. Скорее всего, будет, как обычно, в следующую пятницу новый эпизод Neverwinter Nights. Итак, до встречи в новом видео.